В этом видео я расскажу о верхнем меню настроек упражнений. Открываем наше новое меню, выбираем ступень «I can speak», например, «Seasons». Появляются наши картинки. Первая кнопка – «Наши коллекции». В этом упражнении у нас только две коллекции – «Images One» и «Audio». Плюсики, галочки поставлены. Таким образом мы можем увидеть эти коллекции. Следующая кнопка у нас музыка. Да? Вот как раз коллекции, которые мы загрузили, плюс-минус. Следующая. Допустим, мы говорим о том, какая картинка тебе больше нравится. Which picture do you like? Which season do you like? I like spring. And what about you? И дальше нам понадобится перед тем, как ребенок ответит, сделать сброс выделения, да, видели, рамка красная исчезла. Для этого им не нужна эта кнопка. То есть мы убираем выделение с помощью этой кнопки. I like summer. And what about you? I like spring. Перед тем, как спросить ребенка. Следующее, это наш размер. Видите, непонятно, как делает он. Заранее я на урок, перед уроком делаю размер, это слишком маленький. Вот так мне будет удобно, например. Вот. Старайтесь, если ребенок плохо работает мышью, как я уже говорила, чтобы все было в одной линии, да? Ну, вот так вот, может быть, чуть-чуть больше. А следующая кнопка, о которой я хотела сказать, последняя в меню, для того, чтобы можно было легко убирать и показывать картинку. Например, возьмем pictures, да? Показали картинку, убрали. How many dogs are there in the picture? There are three dogs. Yeah, there are three or four dogs in the picture. Посмотрим еще упражнение Give me, например. Потому что здесь у нас есть размер size 1, size 2, да? Видите, можно увеличить size 1. Картинки, кому мы даем, видно. Size 2, что мы даем, да? То есть вы можете заниматься тем, что увеличивать один и вторую коллекцию картинок. Если у нас есть текст, то это этот рычажок для того, чтобы делать текст больше или меньше. Здесь текста нет, поэтому мы разговариваем. Первый рычажок. Для того, чтобы сделать выделение, да, вы хотите ребенку показать, например, что на картинке How many dogs? Let's count one more time. Вот, вы сделали выделение. А как? Что значит, вы сделали выделение? Ой, секунду. Запуталась. Вот здесь у нас, да, с вами. Вот оно. Я выделила картинку. И здесь я показываю затемнение, да. Я могу сделать более светлым затемнением. Я могу сделать совсем не видно будет, да? Видите, рамка какая серая получается. Вот мы посчитали. One, two, three, four. There are four dogs in the picture. В следующем меню я расскажу отдельно об этих двух кнопках. О том, как можно приготовить заранее видео, например, для упражнения on the table. Может пригодиться для упражнения home, country, unit 12. Ну, в каких-то других, может быть, вам будет это делать.